Боюсь. Слышишь опять? Слышу. Это я боюсь. Вдруг это... Кто? Подойди к люке. Скажешь, что же? Нервах играете. Стучите. Это не мы стучим. Доиграетесь, достучитесь. Достукаетесь. Это же не мы стучали. Скажи, Лёд. А кто стучит? Я стучу. Я, да. Вы не стучите. Правильно, я не стучу. А вот и неправильно. Перед тем, как войти в чужую комнату, надо постучаться. Грубите. Все будет доложено вашей мамаше. И она вас поставит в угол. Ты видела? Что? Там сапог. Какой еще сапог? Откуда я знаю? Сейчас посмотрим. Ой. Откуда он взялся? Откуда, откуда? От верблюда. Неправда. Верблюды сапоги не носят. Да фиг с ними, с верблюдами. Как он мог оказаться прямо на столе, когда я его видел вон, в углу? Наверное, он ходит. Подумай, сапог один. Ходить могут только два сапога. Ищи второй. Подумаешь, сапог, пусть идет куда хочет. Куда хочет, туда и идет. А мы будем спать, правда, Нюр? Нет, я не буду спать, я буду ждать маму. Давай подружку будем спать, может, он появится. Выключи свет. Ну и? Долго я вас ждать буду. А где он? Застукали. Ну и дальше что? А ты кто такой? Барабашка я. Барабашка? А ты зачем на фигушке показываешь? И вовсе это не фигушки никакие, а приемчик против сглаза. Меня дедушка учил складывать. Понятно? А Барабашка это твое имя или фамилия? И то, и другое. И третье. Какое еще третье? Какое, какое? Вот ты человек, и мама у тебя человек, и папа человек. Вот я барабашка,
И мамня барабашка, и папа барабашка, и дед был. А где же теперь ваш дедушка? И спрашивай, утонул. Жуткая драма, неприятный случай. Слушай, а это ты стучал? А кто же? Пушка, что ли? Вы, наверное, напугать нас хотели. Делать мне больше нечего. А тогда зачем? Мы барабашки всегда стучим. А потом я ищу клад. Клад? Настоящий? А почем ты знаешь, что клад в нашем доме? Это военная тайна барабашка. Если это тайна, можете не выдавать ее. А могу и выдать. Это мне дедушка рассказал. Завещание прямо так и написано. Ищи барабашка, знаешь где? Вот так, на старой-старой улице, в старом-старом доме, в кирпичной-кирпичной стене. Написал и умер. То есть написал и утонул. А я собрался и пошел искать клад. Это мама. Атас, просим покинуть помещение. Идем спать. Чуть при мне, никому ни слова, понятно? Юд, а клад больше, чем мамина зарплата. Юд, а что ты будешь делать, когда найдешь клад? Я сон смотрю. Не мешай. Так, Татьяна Николаевна, время у нас сложное, пенсия у меня маленькая, а нервы мои на пределе. И если со мной случится инфаркт, или я сойду с ума, или выброшусь из окна, отвечать за это по закону будете вы. Да говорите же вы прямо, Сидор Маркович. Я скажу, ваши дети добиваются моей смерти. Ну уж. Я больше скажу. Они делают это с молчаливого вашего согласия, потому что вы спите и видите, как бы завладеть моей комнатой. Но я не умру. Нет, весь я не умру. Предупреждаю вас, я никогда не доставлю вам этого удовольствия, и я буду жаловаться. Да говорите же вы прямо, что случилось? Пока вы неизвестно где ходите. Я работаю, между прочим. Так вот, пока вы неизвестно где работаете, ваши дети стучат в мою стену! Так, дорогие дети, сегодня Сидор Маркович жаловался мне, что вы стучите к нему в стену. Это правда? Правда, но только это не мы. Это я стучал мечом по стене. Ну, я ж тебя предупреждала. Предупреждала. О, нет! Один. Пока в мою пользу. О, Господи. Доброе утро, Александр. Как спалось? У кого опять? У кого опять? Я отвлекаю, Костя, на работу опоздаю. Сенсационный материал! Произведет эффект разорвавшейся бомбы! Ай! Какая бомба! Бомбы теперь каждый день взрывают, а эффект... Я на работу опоздал. Вот и хорошо, вот и хорошо, что на работу я вам как раз... На работу опаздываю. Заявление на работу написал. Люблю, знаете ли, марш. Ведь мой дед
капитан Потемкин. Он военным оркестром еще дирижировал. Вы знаете, вы приходите ко мне. Я для вас две пустые бутылочки отложила. Благодарствую, Нина Алексеевна. Я понимаю, что вам надоело торчать в городе, но все-таки я прошу вас, чтобы жалоб на вас больше не поступало. Я возьму отпуск, и мы поедем в деревню к бабушке. Если маникюров отпустят. Ну все. Я побежала. Суп и котлетки в холодильнике. Деньги под зеркало. Купите хлеба. Купим, мамочка. Ты иди, опоздаешь. Здесь его нет. А вот под кроватью. Барабашка, барабашка, ты где? Юля, смотри. Ну и что? Как на что? Ведь мама его только что выкинул в окно. А ты рубишь. Люблю. Эх ты, если бы тебя мокрой тряпкой по голове. Ой, простите, пожалуйста. Это не барабашка. А кто? Это наш мячик. Барабашка там, во дворе. Нет его здесь. Надо весь двор обыскать. Нет, может там? Здесь тоже нету. Может под столом? Исчез. А может он никогда не вернется? Как это не вернется? Зачем же он тогда приходил к нам? Зачем же нам про клад рассказывал? Потому и не вернется. Рассказал тайну, теперь жалеет. Ничего, мы им из него клад поищем. Ничего себе за девушки, я им все рассказал, они будут искать. Барабашка, это ты? Барабашка, это ты? А кто же еще? По морю мой дышка, надо превратить все в деньги, где обязательно подберут. Слушай, а ты в 10 рублей превратиться сможешь? Какого века? Нашего. Современного. Попробую. Ух, класс. Куда сунула кошелек? Ну, вечная история. Я думаю, ну, вечная. Как пропасть какая-то эта сумка. Не найти. Уйти, мои маленькие. Один батон. Моя маленькая. Нашла. Вы видели? Что? Я сюда только что положила деньги своими руками. А он из кассы вылез. Кто? Ну, этот вот такой. И поскакал. Правда? Ой, я волнуюсь, успокойтесь. Валидольчику, а? Давайте, валидольчику, успокойтесь. Давайте. Хлеб купили. Юр, а тебе не кажется, что мы этот хлеб украли? Как украли? Ну да, украли. Ну, то есть не украли, а в долг одолжили. Вот как разбогатеем, вернем. Ура!
Мое почтение, Нина Алексеевна. Вам помочь? Спасибо, голубчик, я сама. Это ж 19 век! Поздравляю, Федор Маркович! Да не эту! Сумасшедший, всякую рухлядь домой тянет. Какая же рухлядь? Это ж ампир! Кто? Ампир! Вампир, ампир. Это вы про него, что ли? Нет. Точно, вампир. Всю кровь из моего сына высосал. Можно еще одну? Да я уже второй день ничего не ел. Бедненький. А ты вообще-то где живешь? В дворце, да? В каком дворце? В бывшем. Теперь это... Краеведческий музей называется. Думаю, барабашки всегда в музеях, да в дворцах обитаем. Сокровища стрижем. Вы думаете, что у нас там Пушкин да сапоги есть? Нет. Ну, у нас там всякого богатства завались. Да я бы захотел, я бы мог в золотую корону превратиться. Только дед учил быть скромнее. Чем скромнее, тем незаметнее. Нам показываться запрещено. Ой, дед узнает, как я тут с вами, убьет. Так ты же говорил, что твой дедушка умер. Точно, умер. В машину попал. А ты говорил, утонул. Разве? Правильно, утонул. Что, непонятно, что ли? Превратился в утюг, упал в воду и утонул. А потом превратился в бревно и выпал. А потом уже под машину попал. Слушай, а ты можешь превратиться в машину? Вот в такую. Запросто. Чей же такой экипаж-то? Машина? Моя. Хорошая вещь. Ничего. Ой. Ну, барабашка дает. Слушай, ты хоть завести сможешь? Не заводится, да? А, свеча! А. Простите, а где же? Полный автомат. А, сторонка, давай. А может подтолкнуть? Да уж, пожалуйста, будьте любезны. Сейчас. Господи. А?
машину? Я дам! В чем дело? Оставить! Крюком! Шагом марш отсюда! Правильно, сынок. В следующий раз уши надеру! Ну что, вернусь. Скворцов со службы явился. Мы пойдем кормиться. Пойдем. Подумаешь, капитан Таракан. А что, если он никогда не вернется? Будем брать. Еще что такое? Это Юра с Нюрой из 8-й квартиры. Такой у них экипаж. Не чисти. Эх, Танечка, вы помните письмо Татьяны Пушкина? Прошу вас, осторожней. Осторожненько. Ну, спасибо, Сергей Филиппович. Нет, 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 нет. У меня осталось еще 42 минуты, так что, может быть, у вас попьем чайку? Да. Что? У меня... Отказа не приму. Директор банка должен знать, как живут его сотрудницы. Вот. Что? А! Тем более не пропадать же золотым труфелям. А у вас печал красивый. Да? Правда? Мне тоже нравится. О, так у вас целый парк машин. А у меня такая же, вот посмотрите, стоит на улице. Не хотите покататься? Посмотрите. Посмотрите. Вот там внизу. Розовая. Да сегодня мы на таком же катались. Катались? Да. На дети. А. Шутка, да? Хорошая шутка. Такая машина только у меня в городе. Здрасте. И полный автомат, да? Ага, полный, полный. Ага. И два магазина. Опа. Понял. Извините. Телефон. Да. Нет, я сейчас занят. Да. Так, что вы говорили? Он построен в начале 19-го. Да. Не сегодня, завтра. Все, спасибо. Угу. Что вы говорите? Покушать. Да. Я вам перезвоню. Не сейчас. Угу. Извините. Президент банка, как будто бы у президента банка личной жизни не бывает. А вы его даже... отключите. Гениально. А я хотел купить дачу на одном из Бермудских островов. Потому что там говорят, вот это не работает. А мама сказала, что вы тоже собираетесь на дачу? Угу. А где она находится? Далеко, в Кимрах. А, это где-то около Греции? Извините. А, или где-то в другом месте? Да не ругайтесь, не ругайтесь. Это очень замечательно даже. Это даже очень замечательно. Я буду всем задавать вопрос, а где находятся Кимры? На самом деле, а где они находятся? Ага, стучите! На нервах играете, смерть вы! Немедленно вылезайте! Нет, нет. О! Так. А вы, собственно, кто? Нет уж, это вы кто? Я кто? Я здесь пил чай. Сидор Маркович, а что это? У вас, Татьяна Николаевна, под столом находился посторонний мужчина. Танечка, я салфетку уронил, а тут входит вот он. Сидор Маркович, это же не мужчина. Угу. Это же мой начальник. Угу. И президент Манибанка. Господин маникюр. Ах, вот значит как. Mm.
за чай? Да. Пока. До свидания. За такое в приличном обществе в асфальт закатывает. Ой, ну что вы такое говорите? Шутка. Кому интересно, пора спать. Это не машинка. Машинка тоже должна отдыхать. Десантники, готовимся. Почему без парашюта? Подумаешь, капитан таракан. Кто в холодильнике? Борщ, а котлеты на плите. Какой борщ, Вера? Что это? Я у тебя хочу спросить, что это? Сапог. Оставить! Смирно! Сама невинность. Владимир, подумай и ответь отцу. Ты видел сегодня кого-нибудь у нас в доме? Видел. Да. Так и знал. Сынок, а кого ты видел сегодня? Маленький Селифан. Маленький? С большими усами. Еще не улика. Усы можно сперва приклеить, а потом отклеить.
Вот это вот уже серьезная улика. Отставить. Так, внутри могут оказаться отпечатки пальцев. Верно? Так точно. У тебя неприятности на службе. Вера, ты знаешь, какая у меня профессия. Тяжелая. Вера, у меня не тяжелая профессия, у меня секретная профессия. А ты со своей тягой к чтению даже не заметишь, как произойдет измена. Да ты что, Скворцов, какая измена? Государственная, Вера. В доме был враг. Шпион. А ты что с ним? Ха-ха-ха! Ты жена офицера! Скворцов, клянусь тебе, здесь никого не было. Он там? Кто? Сейчас мы это и выясним. Выходи. Ты совсем обалдел, Скворцов. Скоро танк с работы притащишь. Вера, немедленно забирай ребенка и к маме. Зашивай. Скворцов! Не обсуждай, кругом бегу, марш! Вот такой у нас папа. Бдительный. А где же пулемет? Стрелял. Он что, дурак, что ли? Дурак. Да про барабашку я. Все-таки дом не без добрых людей у нас. Ой, ой, как хорошо. Ой. Упала, то и пропала. Откройте, санитарная проверка. Минуту! Ой.
Пусть висок обокроем. Ура, тебя не убили! Меня убили? Интересная экскурсия. Дай сам кого хочешь. Я вчера в такую огромную пушку превратился. И как стрельнул, от квартиры ничего не осталось. Полный разгром. Ладно, проехали. Когда клад будем искать? Кто-то камень не положил. Вот мы здесь искать не можем. Это еще почему? По техническим причинам. Что же это такое? Жить не дают. Видите? Достучитесь. Так что сейчас самое время провести осмотр чердака. У вас есть чердак? Есть. Ох, сколько пыли. Пыль? Это хорошая примета. Значит, кроме нас никто клада не искал. А можно нам тоже постучать? Стучать? Это не хитрое дело. Надо уши иметь. Что, у нас ушей, что ли, нет? Ну, постучите, а я услышу. Троих. Чего это с ним? Носикал горелый. Он просто хочет поскорее клад найти. А куда же торопиться? Клад же убежит. Юда убежит. Он сказал, если не найдет клад, то убежит в Америку зарабатывать деньги. Он же единственный мужчина в семье. А зачем вам деньги? Чтоб мама не работала, а сидела дома. А еще мы купим квартиру, трехкомнатную. С хорошим соседом. Да, с хорошим соседом, наверное, дорого. Но ничего, мы сейчас такой клад найдем, что купим квартиру тремя соседями. Стой, я стою. Да не ты, Юра. Чего я такого сделал? Клад нашел. Где, где клад? Намывается. Даже спасибо не сказала. Сказала. Даже два раза. И еще один раз извинилась за подчиненный ущерб. Откуда вы знаете? Понимаю чуть-чуть по-кошачье. Дедушка научил. Ну и как же ее зовут? Сложное имя. Перевод на русский будет как Марьяна Васильевна. Ну все, Нюрка, пошли домой. Нет никакого клада. Ты врушен все. Да я вру? Да я никогда не вру. Будет клад, значит будет. Честное слово, барабашек. Что вы от меня хотите? Сосед? Ну, сосед. Козел. Я никогда... А шеф сказал, что козел. Короче, папаша, если ты будешь плохо себя вести... Ничего, ничего. Я вас выведу на чистую воду. Сосед ушел. Клад можно искать у нас в квартире. Самый раз искать в доме.
кричал. А может, ваш дедушка что-нибудь напутал? Это ваш дедушка мог чего-нибудь напутать. Какой еще наш дедушка? Вот это. Это? Не наш дедушка. А чей? Откуда мы знаем? Мама говорила, это копия картины из музея. А под это мы и не стучали. Ой, вот это да. Живешь. А я определенно. Значит, ты не бомж. Значит, так. Нас голыми руками не возьмешь. Засыпались. Бандиты, грабители, тунеядцы малолетние. С поличным. На месте преступления. Давайте. Сидеть. Прибита к полу.
поличным. На месте преступления. Давайте. Сидеть. И не пытайтесь сдвинуть. Прибито к полу. Милиция, Божедомка, 14, квартира 8, Скупидо. Узнали? Нет, вы меня еще не узнали. Вы меня узнаете. Если вы сейчас же не приедете, я буду жаловаться президенту. Что случилось? Ограбление случилось. Да-да, ограбление! Не волнуйся, Юточка. Мы все объясним маме, ведь ее же пустят к нам в тюрьму. Чего мы объясним, Нюра? Про барабашки, что ли? Тоже мне кладоискатель. В чужой шкаф залез. Как залез, так и вылез. Со всяким может случиться. Как говорил мой дедушка, нашел не клад, верни назад. Дедушка, девушка, а нас сейчас в милицию заберут. Не заберут. За что вас забирать? Ментарь на месте, вы у себя в комнате. Как это у себя? Ты что, не видишь, где нас заперли? Ерунда. Открывай. Ограбили, наконец. Теперь-то вы уж не скажете, что все это мои фантазии. Прошу составить протокол. Разберемся, разберемся. Где ваши преступники? Хорошо. Вот они. Где? Малолетние преступники не пробегали? Ничего себе малолетние. Не мешайте работать! Побег. По поводу этой дырки вы мне уже заявляли. Так точно. И по данному факту заведено уголовное дело о покушении. А теперь придется заводить дело о ограблении. Я вам сейчас другую дырку покажу. В шкафу. То есть в стене. Раз, два, три, 10, 17, 28, 25, 24, 23, 22, 23. Вы не к тому участковому обратились, а я Скупидонов. Что значит не к тому? Вы к милиционеру обратились. Да. А вам нужно было бы к врачу. Давайте в какой-нибудь игру поиграем. В прятки, например.
Может, клад будем искать? Вообще-то барабашки днем спят. Да нет никакого клада, врет он все. Притащил соседского барахла и думает, мы поверили. Думаешь, мы совсем того? А я и не знал, что вы такие жадные. Вы, наверное, играли со мной, что вам клад нужен. Да нет, клад нам, конечно, нужен. Но тебя мы любим просто так, честное слово. Конечно, клад сам по себе, а ты сам по себе, понимаешь? Нет, не понимаю. Клад вам нужен или я сам по себе? Отставить разговорчики! Владимир уже 3 года, он ходить не умеет. Молодцов, ты с ума сошел? Что значит водить не умеет? Чекаю! Вес! Молодец! Молодец! Молодца! Вес, молодца! Чекаю! Молодец! Вот как надо ходить! Молодца! А где барабашка? Обиделся. Зря ты его так. Он же хороший. А я и не говорил, что он плохой. Раз если дал слово, держи. Эх, Танечка, вот раньше были песни. Очи черные, очи страстные, очи скучные и так далее. Там прекрасные. Танечка, я хотел бы вот преподнести вам этот подарок. Мне? Да. Ну что вы? А что это? Ну, это старинная бразильская кофеварка. Сегодня будем пить кофе. Ну что вы, я такой дорогой подарок принять не могу. Тогда я это пришлю вам почтой. А я тогда вам пришлю его обратно. А я тогда это выкину в помойку. Едем. Я везу вас в деревню. А как же твоя работа? Работа? Кажется, я ее потеряла. Хочешь, я поговорю с ним? С кем? С маникюровым твоим. Я ему все объясню. Да-да, мы ему скажем, какая ты добрая, красивая. Так вот, докладываю. Только что в мусорный бак было заложено взрывное устройство направленного действия. Я полагаю, вам не надо объяснять, против кого оно направлено. Так вот, скоро раздастся взрыв. Вот видите, что я говорил? Сидор Маркович. Ну что же, у вас
ваше здоровье. Прихожу вчера в свой кабинет, достаю из сейфа вот этот пакет с деньгами, а там такой же пакет, только с кофеваркой из бразильской. Идиот! Я собственными руками в помойку $1 000 000, а? А скажите, господин Потемкин, а не возникало ли у вас желание оставить себе эти деньги? Да боже упаси, боже упаси. А скажите, господин Потемкин, а вот если бы вы не встретили человека, кому принадлежат эти деньги, что бы вы с ними сделали? Видите ли, блаженной памяти государь наш Александр Освободитель, с моей точки зрения, совершил непростительнейшую ошибку, продав когда-то Америке Аляску всего за $7 000 000. Но я бы попытался хотя бы седьмую часть нашей исконной земли выкупил бы обратно. Вы пишете, а? Смотрите, какие люди. Вы видите, какие люди здесь сидят, а? Это государственный ум. Это кристальная честность, а? Просите все, что хотите. Да я вас умоляю. Merci bien. Je vous remercie. Как? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Так вы еще знаете французский? Французский, немецкий, английский, турецкий. Ну, японский, правда, со словарем. Слушайте, ну я просто не знаю. Это же Григорий, как Григорий Григорий Мартиньянович. Значит так, с завтрашнего дня вы работаете у меня в банке референтом-переводчиком. Все. Упаси меня, Бог. Не отказывайтесь. Нет, если вам что-то перевести, милости прошу ко мне в каморку или куда прикажете, но каждый день на службу. Да вы что, смеетесь? Да. Потрясающе. Бабушка! Ты уверена, что он здесь? Не знаю, но надо искать. Барабашка, ты здесь? Юль, а ты правда в Америку убежишь? Если клад не найду, убегу. А что ты там будешь делать? Машину мыть, газеты разносить. А потом разбогатею так, что маникюру и не снилось. А я думала, маникюров на маме женится. А он ее с работы выгнал. Ну, для того и выгнал, чтобы не жениться. Смотри. А чего это он такой старый стал? Может, от обиды. Барабашечка, прости. Может, это не он? А спорим он? Считаю до трех или запру тебя в ящик и будешь там сидеть. 1, 2, 3. Ну, давай. Ну. Ой, мы вообще-то ищем барабашку. Я вообще-то тоже его ищу. Я Вадинушка. Барабан Барабаныч. Покойный? Я покойный? А барабашка говорил, что вы умерли. Сначала под машину попали, а потом утонули. Или наоборот. Теперь мой дед лет на 5 в углу поставит. А может, на 10. Вот я его 3 дня искал. 3 дня искал. И все коту под хвост. Вот я его найду, я его выдеру, как сидорову козу. Ну, видишь, я же тебе говорил. Барабашечка, барабашечка. Он только умеет, что приврать. А я думаю, он не врал, а он фантазировал. Умная барышня. Как говорил мой покойный дедушка, глупый осудит, а умный рассудит. Ну и что? Придумал про завещание. Ведь я же специально, чтобы интереснее было. Да, интересная получается экскурсия. Мама ваша без работы осталась, а ты, значит, герой в Америку намылился. Если клад не найду, убегу. А, да ты, получается, такой же фантазер, как и мой внучок. Фантазер?
Да он, между прочим, слово «барабашек» дал. А вот это нехорошо. У нас так не принято. У нас барабашек – главный закон. Если дал слово, держи. Как ты думаешь, сколько он стоит? Не знаю, но он очень красивый. Думаю, маме понравится. Какой маме? Ты что, собираешься ей показывать клад? А что, нельзя? Да ты сама подумай. Во-первых, она все деньги возьмет себе. И что она на них купит? Стиральную машину. Вот именно, стиральную. А потом начнется. Откуда, где, с кем? А мы барабашке слово дали, тайну его не выдавать. Он, между прочим, свое слово сдержал. Ой, а где же он? Да, странно. Из чего выдумал? Наш музей это был самый дорогой экспонат. И что же, барабашка его украл? Хуже. Он в него превратился. Как? Чтоб сразу 18 предметов превратиться. Я такому лет 100 обучался. Способный парень. Так что, кладь настоящий, что ли? Почему? Очень даже настоящий. Переверни поднос. Там бирка наклеена. Кемеровский музей. И что же нам теперь делать? А, ну это вы как хотите. Можете у себя оставить чай, кофе пить. Можете его продать, как вы хотели. Вы же его продать хотели. Вы что, думаете, мы из-за денег? Все, все, сдаюсь, пошутил. Ну шутки у вас, как вам не стыдно? Стыдно, сдаюсь. Ой, а где клад? Смотри, чего это Марианна Васильевна к Скупидонову дьется? Ничего не вижу. Кофейный сервиз. Князей Потемкиных. 18 век. Был Потемкиных, стал Скупидоновых. Пошли вон, бандиты! Опять за свое! Ограбить меня хотите? Это вы нас ограбили! Вы украли у нас склад! Вы его! Что? Кто? Да я... Да вы... Если вы сейчас же не отдадите нам наш склад, то знаете, что будет? А что же мне будет? Мы сейчас позвоним маникюрову, он приедет и закатает вас в ковер. Нас голыми руками не возьмешь. А вот если он никогда не выйдет? Выйдет, 100 лет захочет, выйдет. Даже не слышно, как сердце стучит. Готов. Так.
Где у вас туалет? А, первая дверь по коридору. Направо. Нет. Тебе, Потемкин. Товарищ лейтенант, мной найден клад. Прошу составить опись. Вот работнички. Как не придешь, никогда на месте нет. Тут могут грабить, убивать, насиловать. А их на месте нет. Ладно, я пенсионер. А если бы я работал или учился? Или работал и учился, а их на месте нет. А? Апс! Апс! Ах, это вы? Ну, наконец-то. Прошу составить протокол о добровольной сдаче государства. Вы что же это? На помойке, что ли, нас нашли, товарищ Купидонов? Представьте себе дома. В стене. Точнее, не совсем в стене, точнее, в соседней комнате. Но перед тем клад был в моей стене, а беспризорники Ивановы его украли. Ну, так надо составлять протокол тогда. Только не забудьте указать, что клад золотой. Ну, это, между прочим, еще нужно проверить. Не все золото, а то, что блестит, между прочим. Алло, Ломоносов. Не, участковый Ломоносов. А, будьте любезны, пришлите нам, пожалуйста, эксперта. Такого, ну, такого, художественного, там, ну, картины, тарелки, ну, да, срочно. Да, ждем. Ну, вы, товарищ лейтенант, проверяйте, а я пошел. Да вы что, Сидор Маркович? А что? Забираем причитающуюся мне четвертую часть. Вы вообще что, в своем уме? А что, я законы знаю. По закону мне положено 25% вклада. Не клада, а стоимости. Это вот надо все еще сначала оценить, оформить, проверить, а вот потом вы можете на что-нибудь претендовать. Это что, все требуется по закону? А то, конечно, по закону, так точно. Ну, хорошо. Тогда я посижу. Подожду. Сергей Иванович, вы действительно не понимаете, что ли? Это займет очень долгое время. Я забегу через полчасика. Вы действительно не понимаете? Понимаю. Зайду вечерком. Или завтра. Я надеюсь, клад будет храниться в надежном месте. В надежном. До свидания. Хватит. Может быть, он и правда умер. Жемчужин в море полуденном далекой Индии. Где клад? Где надо, мальчик? Мы на вас милицию заявим. Идите. Я уже заявил. Thank you.
громче. Ну да, барабан, барабан, чё? Надевай сейчас. О, Иванова, ну заходите. Ну а что? Склад украли. Что? Склад? Слушайте, ребят, какая интересная история получается. Сначала появляется ваш лучший друг Скопидонов. Это не наш лучший друг. Ну хорошо, значит, появляется мой лучший друг Скопидонов. И заявляет, что вы у него украли клад. Потом приходите вы и говорите, что он у вас украл клад. Да врет ваш Скопидонов все. Клад был у нас, а он пробрался к нам в комнату и выкрал его. Клад наш, понимаете? Понимаю, понимаю. Ну и вы меня поймите. Вместе следствие разберется. Если клад ваш, то вы получите свою законную четвертую часть. Очень большую. Какая четвертая часть? Нам не нужна она. Нам нужен он весь. Хороший у вас запрос, ребят. Вы хоть представляете, сколько стоит эта четвертая часть? Даже специалисты приезжали, ничего определить не смогли, с собой увезли. Как увезли? Зачем? Ведь это же барабашка. Молчи. Что? Какая барабашка? Ну-ка, ну-ка, давайте говорите. Что за барабашка? Рассказывайте, рассказывайте, что вам молчать? Кто такая барабашка? Ну, это клад, который принес вам Скопидонов. Но это не клад и не сервиз. Это наш друг, барабашка. Он сам превратился, ну, в сервиз. Ну, пожалуйста, поймите у меня. Не понимаю. Таня. Да? Я хотел бы сказать... Я хотел бы одну сказать вам вещь, которую никогда никому не говорил. Которую никому никогда не говорил. Я хочу... Я хочу купить Аляску. Аляску? Да. Да что вы? Да их же уже давно не носят. Кого не носят? Куртки. При чем тут куртки? При чем тут куртки? Я хочу у американцев купить Аляску и отдать ее России. Это я не знаю. Да ясно, ясно. Когда Потемкин принес сюда на миллион долларов, его тогда корреспондент спросил, что бы вы сделали все-таки с этими деньгами, если бы они у вас были? Он сказал, я бы купил бы седьмую часть Аляски. И меня тогда осенило, что если мне добавить, то я могу ее выкупить целиком. Только никому не говорите, очень много конкурентов. Ну что вы, я никому не скажу, да мне и говорить-то некому. Да ладно, как это вам некому говорить, а? А я слышал, что за вами очень богатые банкиры ухаживают, на лимузинах вас катают. Да ну что вы, это какая-то ерунда? Да. Нет. Ерунда? Никто меня не катает, никто за мной не ухаживает. А я? Потрясающая история. Но все это еще нужно доказать. Как доказать? Вы что, нам не верите? Вы верите Скопидонову этому? Наверное, вы думаете, что это мы украли у него клад. При таком случае арестовывайте нас. Вот видите? Вижу. Вижу. 18-й предмет. Какой еще предмет? Это же барабашкин дедушка. Надеюсь, больше у вас ничего нет? Да-да! Да! Что за рода, да? Поосторожнее бы, а? Эта штука, между прочим, выстрелить может. Не может. Оружие чистить надо, протирать, смазывать, то есть содержать на лежащем порядке.
Согласен? Согласен. Еще нужны доказательства? Алло? Семен, здрасте. Это Ломоносов, да? Я по поводу клада. У нас тут в описи образовалась какая-то некоторая неточность. Да. Да, понял. У нас большие проблемы. Клад? Барабашка. Ну хорошо, барабашка. Помещен в самый надежный сейф в городе. Банк Маникюрова. Подумаешь, недоступный. Да он у нас дома чай пьет. Кто? Маникюров. Он за нашей мамой ухаживает. Ну и крутые. Ну так надо ехать. Я не понимаю, ну как же барабашка мог превратиться в клад? Как? А вот так. Что, вам плохо? Может, валидольчику? Господи. Вы валидол едите. Как же, мои-то годы. Спасибо, конечно, за помощь, но я помочь вам ничем не смогу, потому что шеф 5 минут назад вылетел в Нью-Йорк. Да вы не волнуйтесь, он через неделю прилетит и достанет вашего барабашку из сейфа. Через неделю будет поздно. Почему? Мы, конечно, можем превращаться во что угодно, но не больше, чем на сутки. А потом? А потом на всю жизнь экспонатом остаешься. Сергей Филиппович! Таня? Танечка! Слушать ваш голос на такой высоте, это... Сергей, вы должны немедленно вернуться. Танечка, меня ждут дела. Вас ждут здесь. Кто? Я. Вы? Я. Понял. Командир, лево руля! То есть вы утверждаете, что вот этот поднос превратится вот... А это вообще не опасно? Это сразу или постепенно будет происходить? Может, охрану вызвать, а? Может быть... Тише, не мешайте. Что-то здесь не так. Барабашечка, Белики, прости нас, пожалуйста. Ясное дело. Как он мог превратиться, когда здесь одной ложечки не хватает? Почему это не хватает? 17 предметов. Точно, по описи. Вот тут у меня все записано. А должно быть 18. Я этот сервиз как свои 5 пальцев знаю. Значит, надо будет заводить дополнительное расследование. Чего тут расследовать? И так все ясно. Скубидонов, больше некому. Thank you.
Сказа в каменных пещерах. Скопидонов! Не счесть! Скопидонов! Где ложка? Верни ложку. Я ее все туда положил. Немедленно верну. Да. Ищем, ищем. Скупидонова какую-то золотую рыбку стащила. Ворона у Скупидонова, да? Рыбку золотую. Ну, может, не золотую, я не знаю, но из форточки квартиры Скупидонова вылетела ворона. А в клюве у нее что-то блестящее было. Итак, подведем баланс. Времени у нас осталось примерно 12 часов. Что же, мы будем сидеть и ждать, пока барабашка умрет. Что у нас имеется в активе? А у нас в активе имеется ворона. Записываем. Ворон-то у нас и нет. Да мы с Светкой сейчас обладим все вороньи гнезда. Молодец. Значит, надо искать гнезда и комиссионные магазины. Хотя, конечно, вороны, краденые в комиссионные магазины, не сдают. Ну не скажите, ворону, между прочим, тоже можно обокрасть, а? Как нас учили в школе милиции, искать ворону ночью – это дело абсолютно бесперспективное. По поводу милиции. Маша, дай Васильевич, пожалуйста. Алло, Василий Иванович, еще не спите? Добрый день. Это… Да-да, маникюр. Ну как у вас крыши? Да нет, я по поводу дачной крыши. Хорошо, да? Хорошо. У меня к вам просьба, личного характера, да. Задержать надо ворону. Ворону с золотой ложкой. Нет, я трезвый. Я серьезно говорю, я сейчас совершенно серьезно. Дело очень срочное. Ворона черная, ложка золотая. Ложка это стоит больше, чем мой банк. Скворцов. Вера, пришло время. Операция «Ворона». Они везде живут. Где же их гнезда? Вон они! Эсса, кого ловят? Ворон ловит. Вся милиция ловит сегодня ворон. Есть. Сколько их? Все золотые. Мы все берем. Честь имею, кланяться. Мадемуазель почему-то грустная. Может, я вам могу помочь чем-то? Нет. Что такое? Мы ищем одну ворону, которая украла золотую нашу ложечку. Ну, я полагаю, что из-за одной ложечки, пусть даже золотую, так расстраиваться. У моего дедушки когда-то отобрали целый дворец с ложечками, чашечками, и золотыми, и серебряными, и всякими разными. Мне вот многие не верят, но... Ой! Вам я бы мог показать. Простите, что там написано. Князья Потемкиных, 18 век. Вот. Совершенно случайно вчера нашел. Храню как память.
А мы друга потеряли. Друга — это совсем другое дело. Ну-ка! Бежим, нам пора! Это тоже не похоже. Угу. Это все не то. Прямо кладбище какое-то из карты устроили. Ой. Вот этого не надо. Да. Сплюньте и три раза постучите. Да я и так стучу. Стадион проверили? Молодцы. Теперь... Да, да. Теперь садовые участки. Все. Опоздали. Может быть, поднос не тот, товарищ комиссар, разберитесь. Да я же подносом. Я это, за бутылочками. Тут сервиз. Покажите вашу карточку. Карточку? Сейчас. Ну что же вы? Подожди, подожди, сейчас. Сейчас. Вот видите, что написано? Понятное дело, а вы кого ждали? Барабашечка, а мы за тебя волновались. Ты куда подевался? Ах ты! Этого не может быть. А это девочка или девочка? А? Это мальчик. Мой внучок. Мальчик. Я вообще-то не играю. Я клад ищу. Опять клад? Ты шутишь, да? И не думаю. Мне дед про сокровища Ивана Грозного рассказывал. Ну где же эти сокровища? Скажи нам. Откуда я знаю? Ну где же нибудь? Они должны быть. Значит, надо искать. На дачу не поедем. Сбежим от взрослых и начнем. Заметано. Только никому ни слова. Понятно. Чур, и я с вами. Ты чего? Можно я тоже с вами? Я никому не скажу. И бабушке, ни маме, только Юльке, Светке, Тамарке и... А еще братику скажу. Ладно? Барабашка, пойдем с нами. Интересно получается в курсе.
светятся на свете. Меняют форму облака, и с каждым днем взрослеют дети, и морем стать спешит река. Весенним ливнем станет вьюга, закатом сменится рассвет. Но мы узнаем друга, и через много-много лет. И где-нибудь за радугой нас ждут мечты. И вот летят два шарика, вот летят два шарика, вот летят два шарика, я и ты. Мы все из детства вырастаем, как вырастают из пальто. И кем с тобою завтра станем, не даст ответа нам никто. Умчится лето листопадом, и птицы двинутся на юг. Но детство где-то рядом, всегда с тобою рядом, и остается другом друг. Мигнет прощально звездочка из темноты, и вот летят два облачка, вот летят два облачка, вот летят два облачка, я и ты. И вот летят два шарика, вот горят две звездочки, вот плывут два облачка, я и ты.